Стол заказов для одиноких ветеранов и отремонтированные палаты в больницах. Областная власть приступила к реализации новой программы комплексной помощи пенсионерам. Об этом руководитель региона Александр Пеклушенко заявил во время торжественного собрания в Театре Магара, посвященного Международному дню пожилого человека и Дню ветерана. Я категорически возражаю против терминологии людей похилого віку. Я знаю пенсионеров 18 и 20 лет. И знаю юношей в 70 и в 80. Пенсионерам и ветеранам областная власть обеспечит всестороннюю поддержку, заверил председатель обладминистрации. По его словам, будет создан единый реестр всех, кто нуждается в помощи. Власть по каждому одинокому пенсионеру составит свою дорожную карту, в которой будет включено как социальный работник, так и материальная помощь, так и торговое и бытовое обслуживание. Одним из главных пунктов программы помощи станет система стола заказов. Каждый одинокий ветеран сможет позвонить в специальную службу, и ему бесплатно привезут на дом продукты питания по льготным ценам. Одинокие ветераны, ветераны-инвалиды, которые не могут попасть в магазин, они должны иметь возможность через стол заказов приобрести продукты, которые как минимум на 5% должны быть дешевле, чем в среднем в сети. Кроме того, Александр Пеклушенко заявил, в каждой больнице области будут работать отдельные удобные палаты для ветеранов.